Ребята, всех приветствую. Сегодня замена тормозных колодок задних на автомобиле МАЗ. Колодочки износились совсем, решили поменять. Вчера еще разбирали все. Вот, в общем, сегодня будет замена. Ну, в общем, износились, конечно, очень сильно. Будем ставить бэушные. Думали наклепывать накладки, а потом нашли бэушные. В принципе, ну, недорого и хорошие вообще, просто отличные. Просто поменяем быстрее, как говорится. Вот будет. Ну, а здесь, что сейчас, пружину снимаем. Так, и вот эти два болта. И вытаскиваем. Одну придется переклепать. Получается так, что тут вроде бляха-муха хорошая. А с этой стороны, все каюк. Ну, ладно, есть накладки тоже, но хорошие. Сейчас зубилом вот это буду срубать. В общем, и переклепывать. Процесс идет. Так, сейчас вот таким пробойчиком вот так и выбивать буду. Так, вот так вот. Все, короче. Что-то затомилось. Ну, бог с ним. Вот здесь вот переустановкой надо все вычистить. Полностью всю грязь убрать. Все вычистить как здесь, так и на этих с внутренней стороны тоже все вычистить, чтобы было все чисто. Так, что потребуется дальше? Дальше потребуются тиски, конечно, нужны все равно по-любому. Вот, вот такой вот, значит, прутик. Как раз где-то диаметром со шляпку. Ну, и чтобы он сюда заходил. Вот. Здесь я все вычистил. Плотненько приляжет. Если не чистить, плотно не приляжет. Потом может просто сорвать накладку и все. Вот. Сейчас дальше что? Значит, вот здесь надо будет зажать зажимом. Сжать зажимом. Вот это место. Вот так зажимом сейчас зажму. Вот так. И буду заклепывать. Зажимом прижимаю, чтобы поплотнее было. И заклепываю. Заклепываю, значит, вот так вот надеваю на заклепочку. Таким вот макаром зажим держит. Вот так. Ну, в общем, понятно, да? А здесь молоточком колбашу. Так вот все. Но рукой не очень удобно. Так, заклепочку. Сейчас я... Ребята, покажу, как заклепываю. В принципе, сложного ничего нет. Вот таким вот макаром по кругу. Раздаю, раздаю. Тихонько, не спеши, не торопясь. Вот таким вот образом. Так, здесь один немаловажный момент. Все вычистить, грязь убрать. И резиночки. Вот эти вот резиночки. Обязательно надо, чтобы они стояли. Они как пыльники защищают, чтобы не попадало. Это вот они там на валах стоят, так? И еще они стоят вот здесь вот. Вот в этом месте, да? Вот здесь, чтобы грязь не попадала. Их надо обязательно ставить. Если их не поставить, то может все заржаветь просто-напросто. И начнет клинить просто колодка. Расходиться и не сходиться обратно. Ну, в принципе, и все. Все сейчас собираем назад и в путь. Ну, в принципе, и все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.